Приветствую вас в этом видеоуроке. На связи Вячеслав Опилкин. Я очень рад, что вы дошли уже до третьего урока. И в этом уроке мы сделаем обзор сервисов для привлечения в друзья ВКонтакте. В этом уроке я вам хочу показать, как можно настроить автоматический поток друзей ВКонтакте и в дальнейшем перевод этих друзей в наши подписчики, которые будут получать доступ вот к такому же бесплатному курсу и в дальнейшем также становиться вашим партнером, покупать различные сервисы, за которые вы будете получать комиссионные. Но об этом вы узнаете все в пятом уроке, а пока давайте приступим к обзору сервисов для привлечения в друзья ВКонтакте. На этой странице под видео я разместил две ссылочки на сервисы Лидер Пиара и Топ Лидерс. Давайте первый рассмотрим сервис Лидер Пиара. Открываем вкладочку. Вот и здесь нам нужно будет пройти регистрацию в сервисе. Нажимаю кнопочку «Быстрая регистрация». И здесь вам нужно будет ввести свой email, пароль, повторить пароль и ввести код с картинки. Нажимаю кнопочку «Разрешить». Вот сейчас я все это сделаю и перейду к следующему шагу. Итак, я заполнил все поля своими данными. То есть email, пароль, повторил пароль и код с картинки ввел. Все, после этого нажимаю кнопочку «Регистрация». Сохранить пароль. Все, после этого нам нужно будет нажать кнопочку «Авторизация» и разрешить доступ к нашему аккаунту. Все, теперь идет подгрузка контактов. И первым, что нужно нам сделать, это пройти вот эту вот ротацию. Ротацию проходит очень быстро. То есть нажимаем кнопочку «Начать», «Добавить человека в друзья». И после этого закрыть. То есть потом нам появится кнопочка «Следующий участник». Вот сейчас я этого делать не буду. То есть покажу вам кабинет и какие возможности здесь нам сервис дает. Так, давайте пройдемся по всем разделам. То есть раздел «Рефералы». Здесь у нас появляется вот наша реферальная ссылка, которая тоже нам в дальнейшем потребуется для настройки вот этой всей системы. Вот и здесь уже видно, какие процентные ставки у нас идут. Для VIP и для SET, то есть это для платных тарифов, такие вот проценты у нас идут. Вот для free тарифа у нас идет единственное 15%. То есть вообще я советую пользоваться этим сервисом на платном тарифе. То есть здесь можно будет использовать все его функции и на автопилоте уже привлекать друзей. То есть не надо будет постоянно проходить какие-то ротации. Вот у вас здесь будут подписчики идти на автомате. Но если, конечно, нет сейчас денег на оплату тарифа, то можно для начала будет пользоваться и бесплатным тарифом. Но вы тоже должны понимать, что бесплатный тариф, он при привлечении партнера дает гораздо меньшие комиссионные. И для нашей системы лучше, конечно, пользоваться платным тарифом и получать уже большие комиссионные с партнерской структуры. Итак, давайте перейдем к разделу «Тарифы». Вот здесь есть два тарифа. Тариф за 200 рублей в месяц и тариф за 400 рублей в месяц. То есть за 200 рублей тариф, он нам дает возможность участие упрощенное в ротации, то есть можно будет всего 10 человек приглашать, когда на бесплатном тарифе идет у нас 20 человек. То есть также вот подключается полностью 10-уровневая партнерская программа и возможность попадать вот в эту вот VIP-ленту и попадать вот сюда вот в топ-контакт. То есть когда вы покупаете этот тариф, попадаете вот в это поле. Вот, на VIP-тариф у нас все те же самые функции, но здесь идет еще автоматический прирост подписчиков без ротации, и можем попасть вот в этот раздел VIP-предложения. Как раз таки давайте сейчас я вам покажу. Вот этот раздел, здесь можно будет размещать свое предложение. То есть он как раз для VIP, у меня тариф пока только куплен. У меня этот аккаунт пока только создан, здесь пока я не могу это делать. Вот, а так здесь можно будет разместить свое видео. Вот видео я вам, в принципе, могу потом дать уже в пятом уроке, вы узнаете, как его получить. И как настроить всю вот эту вот систему размещения здесь в своем видео. То есть вообще стоит это размещение 10 рублей. Вот когда вы только покупаете, вы попадаете на первое место. Вот потом в дальнейшем можно будет поднимать это приложение свое за 10 рублей. Вот такая вот прикольная штука здесь есть. И она помогает, в принципе, раскручивать наше предложение, которое мы будем здесь потом размещать. Вот также здесь есть раздел «Справочка». Здесь можно почитать про все функции этой системы. Новости можно посмотреть. То есть вот уже проекту 2 года исполнилось. Про материалы. Ну, в принципе, здесь они нам не нужны будут, потому что мы будем свою систему создавать и продвигать ее. Вот, и также вот вам нужно будет здесь зайти. Вот, можно будет перейти в раздел «Настройки».
здесь уже прописать свои кошельки для вывода денег из системы, указать часовой пояс можно, все, и в принципе нажать кнопочку сохранить. Вот такой вот сервис был первый у нас в обзоре. То есть, ну, как им пользоваться, как настраивать всю эту систему, вы уже узнаете в пятом видео. Поэтому сейчас мы переходим тогда к обзору второго сервиса. Под этим видео, которое вы сейчас смотрите, будет еще вторая ссылочка получить доступ к Top Leaders. Все, здесь у нас регистрация очень простая. То есть это похожий сервис, который также привлекает друзей и дает возможность рекламироваться уже внутри самого сервиса. То есть здесь нажимаем просто «Войти». Так, здесь нам надо будет тоже заполнить все вот эти вот поля. Сейчас я это сделаю быстренько, и мы пойдем дальше. Итак, я заполнил все свои данные, то есть Россия, Екатеринбург, город. Ну, здесь можно все это, в принципе, выбирать из списка. Здесь прописать свой город, добавить свой email, добавить свой Skype. И ставим галочку «Мне исполнилось 18 лет». Все, нажимаем «Регистрация». Все, пишет «Поздравляем, вы успешно прошли регистрацию». Перед вами второй шаг к результату. Вот, теперь нам нужно будет добавить 20 человек в друзья. Нажимаем кнопочку «Добавить друзья». Все, процесс здесь тоже простой. Нажимаем просто «Добавить друзья». Закрываем. Все, он пишет «Ожидание завершения проверки». Все, нажимаем «Продолжить». Все, и так вот 19 человек мы делаем для того, чтобы нам попасть уже в личный кабинет. После того, как вы пройдете ротацию, вы попадаете вот в такой вот личный кабинет. То есть я здесь покажу уже на своем старом аккаунте, которым я уже давненько пользовался, и он мне приносил очень хорошие результаты. Вот этот сервис, в принципе, основан на том же принципе, что проходя ротации, нам будут добавляться также взаимно друзья. То есть вы добавили 20 человек, и потом вам добавится 20 человек. Но фишка в этого проекта то, что здесь можно также автоматизированно настроить приток подписчиков, купив платный тариф VIP. То есть сейчас здесь у меня free, вот, и тариф VIP стоит $10. Вот, и давайте я вам покажу, какие преимущества имеет VIP аккаунт. То есть здесь есть такой раздел подробнее, и уже вот здесь вот расписано, что может делать VIP аккаунт. То есть самое главное, что у нас будет прирост около 100 подписчиков в день. То есть и за месяц это будет где-то около 3000 подписчиков, на котором мы сможем потом в дальнейшем отправить нашу информацию именно вот о этой системе, которую я вам сейчас показываю. То есть я думаю, это будет им очень интересно, то есть и люди пойдут на эту тему. Поэтому я думаю, нужно оплачивать тариф VIP обязательно, для того, чтобы у вас появилась и партнерская программа, потому что на фри тарифе она не активирована, получается. То есть когда только становишься VIP партнером, она активируется. Вот, и возможность получать столько подписчиков и друзей, которые зайдут в эту систему, и в дальнейшем они также начнут проходить уроки и будут уже регистрироваться по вашим партнерским ссылкам. Поэтому здесь, я думаю, все это окупится, и нужно покупать именно VIP тариф в этом сервисе. Вот, ну и в принципе, что вам нужно сделать, это заполнить будет, получается, вот редактировать профиль и заполнить, то есть, уже свой профиль. Ссылочка ВКонтакте у вас, она автоматом подгрузится. Можно будет добавить Facebook, Одноклассники, YouTube, Skype, телефон, Viber, WhatsApp. То есть можно здесь все будет указать. И вот это ваше предложение, это мы будем уже настраивать. И как это сделать, я вам покажу в пятом уроке уже. И теперь давайте я вам еще покажу. То есть вот мой аккаунт, который как раз таки работает через вот эту систему. То есть сейчас вот здесь вот постоянно идет приток новых друзей, и им отправляется вот такое сообщение. Вот именно вот такое сообщение мы будем настраивать через ВК-босс, который уже будет говорить людям, что они могут получить бесплатно уроки по привлечению именно трафика. И пропишем как раз таки им, что они смогут получить партнеров на автомате, проект Лидер Пиара, Топ Лидерс, ну и похожие проекты. Так, и еще один момент. Здесь вот на этой странице я прописал два сервиса. Если у вас уже есть какие-то наработки, и вы работаете в каких-то других сервисах, вот в пятом уроке я вам покажу, как можно будет эту систему настроить, все, как ее получить. И вот здесь вот уже можно будет прописать еще дополнительные какие-то свои ссылочки на проекты, в
в которых вы участвуете, то есть которые также приносят подписчиков ВКонтакте. То есть здесь я пока указал только два, но здесь можно будет их добавить сколько угодно. Вот, и теперь вам осталось только выполнить домашнее задание, то есть зарегистрироваться в этих сервисах, заполнить свои профили и переходить уже к четвертому уроку. На связи был Вячеслав Опилкин. Нажимайте кнопочку «Смотреть урок номер 4».